Церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Человек года», отборочный тур которого прошел в 2017 году, состоялась накануне в Донецке. Мероприятие прошло в одном из залов гостиничного комплекса «Шахтар Плаза», и его лично посетил глава ДНР Александр Захарченко. Также в качестве гостей были приглашены представители министерств и ведомств республики, местной власти и сотрудники различных организаций и предприятий ДНР. Всего порядка 300 человек. Сегодня мы награждаем и поздравляем победителей этого конкурса. Как сегодня правильно сказали, люди будут награждены в разных номинациях. Это почти номинации, которые охватывают все сферы нашей жизни. И сегодня мы чествуем победителей, которые в этом году, в 17-м, смогли, точнее, в прошедшем 17-м году, смогли доказать, что они лучшие. И своим делом, своим трудом показали, что люди, которые жертвуют, которые занимаются строительством, которые строят, лечат, учат, это те люди, которые несут свет, добро и самое, наверное, главное в нашей жизни – любовь. Церемонию награждения провел лично глава. Дипломы и значки «Человек года», а также сертификат на 50 тысяч рублей получили 17 граждан, которые своими достижениями в различных сферах жизни внесли существенный вклад в развитие республики. В частности, конкурс включал в себя номинации «Защитник республики», «На страже закона и порядка», «Поступок года», «Надежда республики», «Врач года», «Милосердие» и другие. Свою заслуженную награду получил директор Института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь. Эмиль Яковлевич ведет активную научную деятельность, является участником передовых медицинских форумов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. В нем успешно сочетается талант врача и ученого, деловая хватка и прирожденные качества действительного лидера и организатора. В возглавляемом им Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака только в 2017 году прошли лечение более 1500 человек, военнослужащих и мирных жителей Донбасса, пострадавших во время ведения боевых действий. Эта награда относится ко всему нашему институту неотложной хирургии, в котором я проработал 52 года. Продолжат шахтеры, врачи, металлурги народу и верой, и правдой служить. Отцы их, и жены, и дети, и внуки – достойно желают в Донбассе прожить. Разруху, войну, болезни, невзгоды, лишь вместе сплотившись, мы победим. Украсть у нас мир и здоровье, свободу вовек никому никогда не дадим. Спасибо. Кроме этого, за высокие профессиональные достижения и весомый вклад в развитие отрасли было предусмотрено 8 номинаций для руководителей и сотрудников предприятий республики. Уважаемые номинанты, победители, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшней наградой. Не только от себя хочу сказать спасибо, а от всех жителей нашей любимой страны, от всех жителей ДНР. За то, что вы делаете, за то, что спасаете людей, выносите оборудование, защищаете нашу землю, тушите пожары, восстанавливаете линии электропередач. Просто то, что вы жертвуете свою частичку своего сердца, своей души. Еще раз поздравляю с сегодняшним днем. Считаю, что это мероприятие надо быть каждый год. И я думаю, что в следующем году будет больше номинаций. Мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов. Напомним, что конкурс «Человек года» был учрежден главой ДНР Александром Захарченко в марте 2017 года. Отбор начался еще в начале октября прошлого года. Тогда же стартовал первый тур. По его итогам, местные оргкомитеты в городах и поселках направили данные в республиканский оргкомитет, который выбрал победителей из числа финалистов. Принять участие в конкурсе могли работники и руководители организаций, учреждений, предприятий, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, члены профессиональных объединений, общественных организаций, отдельные граждане республики. Имена лауреатов премии «Человек года» занесут в почетную книгу. Анна Триксель, Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.